В преддверии юбилейно-покровской ярмарки на информационном портале города Рассказово был размещен опрос, целью которого было поднять настроение жителей перед областным праздником и узнать, за каким товаром или какими продуктами собираются рассказовцы. Но этот опрос вызвал совсем другие эмоции у посетителей сайта. Около 60% ответивших пользователей портала собирались поехать на Покровскую ярмарку, чтобы развеяться и зарядиться положительными эмоциями, купить эксклюзивные сувениры и продукцию местных производителей и гостей. А вот 40% не захотели посетить события международного масштаба. Из-за холодной погоды по причине занятости кто-то пожелал провести выходные дома, а кому-то это просто оказалось неинтересно. Об этом жители написали в графе «Другие ответы». Но одного посетителя сайта не устроила не только ярмарка, но и то, что не было отрицательного варианта ответа. Об этом он написал в «Народных новостях», выразив свое недовольство популярностью Покровской ярмарки и неприязнь к авторам опроса.